Ой-ой-ой-ой! Ты посмотри! Ты посмотри, нас встречают как! Сказка прям. Ой-ой-ой-ой! И в центре будет Гастр, чекайте. Просто призвали демона какого-то. Но он недоволен. Судя по иконочке, он вообще недоволен. Привет, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Friday Night Funkin, и сегодня вышло обновление, наконец-таки, мода, которого вы все так ждали, того самого, где мы как раз-таки наблюдаем тот самый ответвление, тот самый фэндом, я не знаю, как называется по-другому, X-Event, тот самый мод, в котором мы видели как раз-таки Инк Санса, всяких других персонажей, и сейчас, наконец-таки, вышел Гастр. Кто-то, как по-другому его зовут. В общем, вы поняли, кто вышел, вы сейчас видите его на своих экранах. Давайте попробуем его, разумеется, и пройти. О, нифига, они добавили что? Охренеть, ты посмотри, они меню добавили, они отдельно вообще игру сделали. Офигеть. А чё они так заморочились? Они что, совсем оборзели? Ты посмотри, гады какие. Вот тебе и Undertale на максималках. Фриплей мод, стори мод и... Option меню. Ну давай story мод попробуем. Я не знаю, как зайти-то. Заходи. The light blind you. Получается, свет ослеплил вас. Окей. Смотри, нифига не меню забацали. Ничего сумасшедшие. А, здесь есть три режима сложности. Видишь, это три режима сложности. Это первый мы с вами проходили. Это X-Chara или как там ее зовут, не помню. Потом, разумеется, Инк Санс, и здесь уже вот такой вот чувак. А не написано, кто это? Почему мне не написано, как его зовут? Для ветеранов, говорит. Давай попробуем. Я не уверен, что с ним вообще возможно будет справиться. Но в любом случае, ребят, пробовать надо. А, не! Видимо, здесь будет три как раз-таки вот этих персонажа, и они все подряд будут. А может быть и нет. Возможно, сейчас посмотрим все, ребят. Будем пытаться все равно на харде. Это мы все уже с вами смотрели, чекали, так что, в принципе, не думайте, что я не читаю, потому что мне неинтересно. Он говорит, в принципе, то же самое, что и в прошлый раз. Блин, я не уверен, что я вообще справлюсь. На харде? Это прям вообще испытание. Но я не помню, что он был суперсложным. Он был сложным, но не таким, чтобы невозможно было пройти. Поэтому давайте, все в наших руках. Поставьте лайк, если вам нравится данный мод, если вы ждете от меня подобных модов чаще. Ой, что так много-то? Не, реально тяжело уже, сейчас уже тяжело. Так что, помимо этих модов, еще дофига модов, которых я не сыграл, можете писать, какие моды вы хотите увидеть от меня. Это что такое? Это что такое? Там вообще возможно жать столько кнопок? Я думал, то, что будет тяжело, опять-таки, а меня просто сейчас взяли, вынесли как мусор за секунду. А почему я не могу пропустить? А здесь на пробел почему-то пропускается. Прикинь. Ну давай, ладно. Ну сейчас не получится, попробуем на другом уровне сложности. Там фриплей, если еще есть, там можно будет Гастера подчекать. Вначале легко. А потом, когда там миллион нот одновременно идет, ты просто не понимаешь, а как возможно это все нажать. Тебе нужно одну кнопку зажать. И три кнопки одновременно нажать после этого. Точнее, вместе с этим. Это ж вообще какой-то бред. Ну ты видел, да, сейчас? Пипец. А, если нет ошибок? Ну, вы поняли, да, к чему я веду? Если нет ошибок, время... Время бить морды. Время бить морды. Но я буду стараться, ребята, играть честно. То есть, если будет реально моменты, когда я не смогу нажать, вот, к примеру, сейчас, то даже нереально одновременно все нажимать, то уже будем пользоваться избиванием морд. Треки офигительные, просто бомбезные, я в шоке. У меня ощущение, что все-таки эти треки были в той анимации, которую мне уже миллион лет говорили, как посмотреть, а я до сих пор не посмотрел, представляете? Да
Блин, сложновато. Еще промахиваюсь. Воу! Но прикольно все равно. Прикольно. Более-менее. Я так понимаю, они как раз-таки все вот эти вот чуваки, то есть персонажи данной анимации, будут как раз-таки подряд идти. Я не знаю, так это или нет, но мы сейчас с вами узнаем. Кайф! Я видел, как этот разраб делал этот мод, да, потому что он это все стримил, и это просто пипец. Это как нужно шарить в этом, в этой игре, чтобы так... такие моды делать. Я не удивлюсь, если он один из тех, кто помогает главному разрабу Ниндзя Маффину в том, чтобы как раз таки делать эту игру. А это что за жесть такая? Это прикол какой-то. Вы видите, сколько всего здесь идет подряд? Пипец. Там столько нот было, это ж невозможно было нажать самому. О, вот Инксанс. Я не успеваю читать, не обращать внимания. Но если что, это все было. Это все мы уже с вами переводили. Они прислали меня, чтобы заменить тебя, так что сдавайся, говорит. Окей, сейчас сдамся, проверяй. Готовь лицо, буду сдаваться. Видишь, у него морда и так уже испачканная. Не зря же он все-таки чернильный Санс. Ой, я что-то заговорился. Блин, я сейчас проиграю так. Я делаю на ровном месте ошибки. Знаете из-за чего? Из-за того, что просто наблюдаю за тем, что происходит в этой игре. Просто на задний план смотрю. Там все-таки какие-то это... земля какая-то летает. Пипец! И все сильнее и сильнее разгоняется. Пипец! А он такой еще невозмутимый, этот Санс. Добавили бы хотя бы эмоций каких-нибудь. А то ощущение, что ему вообще по барабану, то что он там миллион нот на меня насылает. Ой-ой-ой. Ну нормально. Прикольно, что они решили сделать как бы вот этих всех чуваков добавить в одну, получается, историю. То есть на уровне сложности ты именно играешь со всеми против всех вот этих вот существ. Не то, что как в обычном ФНФе, ты убираешь персонажа и против него батлишься. Здесь прям это единая целиковая история. Реально, story мод. Ну пипец, тяжело. Я не попадаю. Он ускоряется. Ну то, что это Гастер сзади, я благодаря вам узнал. Я, конечно, предполагал, что кто-то из... как раз таки вот этой вот анимации. Но видите, я не знал без вас. Без вас я бы не догадался. Так что... держите в курсе насчет того, что я не знаю. Блин, я не по таймингу выжимаю, не туда. Но в любом случае, я думаю, что мы правильно сделали, что взяли хард мод. И мне кажется, как раз таки на хард моде вот у нас и будет вот этот вот Гастер. Мне кажется, на других уровнях сложности он просто не появляется. Но учитывая, что там было нарисовано, мне кажется, так и есть. Всего-то 131 промах. Практически идеально. Так, и чё? Нифига себе! Нифига не замутили! Ты посмотри! Это что такое? Игра в игре, блин. Привет. Будем с тобой разговаривать. Я маленький розовый пингвин.
Я расту рядом вот с этим выросшим деревьем. Деревом. А все, он больше ничего не говорит? Окей. Спасибо, что держишь в курсе, пингвин. Это что, сохранение? На скале упала падающая звезда. Ну, или лежит, сидит. Если ее использовать для себя, это даст мне детерминацию. Я не знаю, что это значит. Уничтожение. Перезагрузку. Ой-ой-ой-ой! Ты посмотри! Ты посмотри, нас встречают как. Сказка прям. Ой-ой-ой-ой! И в центре будет Гастр, чекайте. Просто призвали демона какого-то. Нифига! Опс. Блин! Вы поняли, в чем прикол? Если у нас в Undertale во всех таких играх был... О, нифига себе, он даже разговаривает как-то странно. Было сердечко, и там сердечко, да, главное вот это вот получается. Душа. Сердце это было душой. То здесь у него его колокольчики как раз-таки выделились в момент, когда на нас напали. С таким же звуком. Нифига себе, у него руки еще крутые. Нифига, у него здесь анимации, смотри, всяких разных ему подрисовали. Блин, офигенная иконочка внизу. Прям рок! Рок начался! Я готов. Здесь будет хардкор, сразу говорю. Я уверен в этом на 1000000%. Началось. У меня то же самое будет, что и у него. Ну что-то да, как-то нелегко. Как-то нелегко, братан. Ну, он недоволен. Судя по иконочке, он вообще недоволен. Оказалось таким свирепым и страшным. Интересно, он будет трансформироваться какого-нибудь чувака? Не знаю, страшнее становиться. Блин, пипец. Ну это рок какой-то уже получается. Это совершенно не те песни, которые были до этого. Это уже Guitar Hero какой-то. Ну там Guitar Hero. Кстати, недавно был поставлен какой-то крутой рекорд Guitar Hero. Чувак прошел песню на 100%, которую невозможно было пройти. Я думаю, что, в принципе, в этой игре скоро тоже будут появляться такие же рекорды. Я не удивлюсь, если спидраны какие-нибудь на сайте спидранов показывают, как проходить такие игры. Не знаю, каким образом. Ну нет, здесь спидран, наверное, не то слово. Здесь, наверное, все-таки лучший результат нужно показать, когда ты ни разу не промахиваешься. Блин, пипец. Тяжело. Не, ребят, походу все, жопа. Было близко к поражению. Было бы интересно увидеть какой-нибудь сайт с рекордами по этой игре, где чуваки показывают реальные результаты. Не, не успеваю вообще. Я даже не успеваю понять, что я нажимаю. Просто стараюсь по такт музыке жмякать. Ну ему в кайф. Гастру. Ну ему в кайф только на этой. В основном его мире. В основной его форме. А на иконке снизу не. Там он уже понял то, что как тяжеловато ему идет. Здесь порой, блин, такие вещи эти. Столько нод идет, как бы, в любом случае я могу проиграть в любой момент. Воу! Блин, там нифига себе! После задержания кнопки нужно 4 раза подряд нажать вниз. И просто-просто физически просто не успеваю даже. Ну такие мне нравятся нажимать. Ну видал? Что-то происходит вообще. Сейчас бы проиграть еще не хватало. Ну долгий трек, заметь!
этот трек вообще был маленький по сравнению с этим. У первого этого босса. Воу! И что нам покажут? Будет ли какая-нибудь финальная сцена? Опа-на! Он трансформирует, смотри-ка, реально. Что он нам говорит? Апош? Апош? Надо перевернуть слово, получится жопа. Это все? Вот вам и Апош, ребят. Вот вам и Апош, прикинь? Я победил? Я-то думал, чем-нибудь интересно. По-любому, если вот эти символы во что-нибудь перевести, я уверен, что там на английские буквы они будут переведены. Ну, то есть, если по... смотреть по переводчику, или как он называется, там специально просто символы эти нажаты на каком-то специальном языке, то есть на английском только напечатано, и в итоге там будет что-то значить. Будет какой-то смысл в этих сообщениях. Блин, ну как вот эта сцена сделана? Блин, нифига он запарился, разраб. Смотри, он даже анимации добавил, то есть он реально шагает. Офигеть. Блин, это пока что самый такой качественный, наверное, мод. Я, блин, про каждый мод почти-то говорю. Такой мод не зайду, везде все качественно. И все, каждый раз все качественнее и качественнее. За что? Go Free Play посмотрим. Это GameCube на старом телевизоре. Super Smashing Fighters, я готов здесь поиграть. Окей. Ну здесь трое, видишь, этих, и все, больше ничего нету. Сверхъестественного чего-то не спрятали. Но здесь как раз-таки тот самый экран присутствует, которого не присутствовало, разумеется, нигде. Потом, ну, может быть, раньше он был обычным. А здесь туториал есть. А давай зайдем. А давай зайдем. Оставили какую-нибудь пасхалку? Да навряд ли, ребят, навряд ли. В любом случае, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Называем по республикам, ставьте ссылки в описании. И в шапке канала. Это была игра Friday Night Funkin'. И, разумеется, X-Event. Тот самый мод, которого все так долго ждали. Наконец-то он вышел. Не знаю, это конец этого мода или нет. Или все-таки разраб будет продолжать. Если там вообще что продолжать, я думаю, продолжит. Но когда это все будет, лишь разрабу известно. Так что всем добра.